Феникс тоже можешь удалять. Он тоже не, он показывает, что он не пропивал зелюшки. Все нахуй удаляй. Удаляй. Я все удалю. Бесполезная шинфа. А то меня все хуйсу, если потом в гильдии за спиной, я помню раньше. Я все удалил. Кудлика все хуесосят. За то, что я с тобой общаюсь, Рокс. Все, давайте, убери фуд, фасочки пропиваем, маслица намазываем, даю вам одну минуту на это дело. Поехали. О, я столик пробовал. Ой, танчит. Дайте кто-то столик маги. Танчит Себастьян у нас. Себастьян, короче. Он будет у нас им танком сегодня. Спасибо. Опять Ники коверкаешь? А, Себаст, ты тогда забираешь зеленую, ой, красную, а вот танчит зеленую, которая стоячая первая. Я запустил. Угу. У нас минута с лишним. Себаст, ты машку власть нервишь, чё? Так, вы дискорд пинканули, нет? Поэтому Керми. Керми, ты тут слышишь меня? Либо Санс еще сум. Ну, Дон, зачем ты запустил? Быстрее суммоним. Ну, типа суммон. Кого еще сум? Все тут. Все, он тут. Так резко я начинаю. Мы стоим, входим, типа, ну... 10 секунд. Даже еще бафы не раскинул. В центре танчи, Себаст. 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратненько смотрим, не кучкуемся. Центра, аккуратненько. Там фунт-миллион. Уже стоял. Да, я наш был. А не надо забыться это. Чуть элементарно умер воды. У нас аркан что ли? Просто. Невер. Да сука! Все уж пришли. Маху умер. Невер, потом БР помогу. Если не будет бой. Ок еще умер. Две уши подряд. Молодцы. Дон, тебя насилуют по ДПСу. А у меня 4 еще ни разу не попнуло вроде. А нет, один раз. О. Ну, сейчас вырвусь. Забираю. Спрыгну. Себя слави боб. А, дали боб, вижу. Следующему бобу. А, по себе тоже боб. Кого бейрить? По себе не бейрить. Пока никого не бейрить. Если не будет боя, мы так их разрезаем. Уже эту фигню пофиксили. Да вообще не давайте по мне боб, у меня прожимка на что-то было. Хорошо. Да, смотри по хпшке, что там. По мобам сыграли? Да, в череп свичнулись. Все, резаем паших. Ага. Кого крестите третья пати? Чик, Лока, Невер, Мага. Блять. Мага. Да где он упал, блять? Себасту води. Геру дали, играем. Раньше возьми с собой. Себаст, дашь ключи по команде. Возьмите между собой, ребят. Давай зеленку пожимай под это сам. По дыханию. Нормально, пока не давай что-то через. Себаст не разворачивай, вред, потом разморозишь. Все, заморожен, немножко привет эти все. К Себасту. Разморачивай. Еще чуть-чуть дальше поднимем. Печенька, все, вижу. Таунт, таунт.
вылезла красная. Там. Себас тут же на месте, просто стой, не поворачивай ее. Отверни просто от рейда. Хотя что, забейся. Я подошла. Все, РТД свичнулись в красную. РНЖ возьмите, Мелики. Сейчас плевок будет. Готовимся, сейчас будет плевок. Да, у нас цикл. Отлично. Нормально. Они всего задевал. Все. Без прожимки пока, без прожимки. Чики и нерпл хульпала. Бьерн, а носик одну, когда прожимает рейтер, фридом. В смысле, то же самое ты по дыханию берешь таргет босса и все. Когда он начинает приставать арктическое дыхание. А у тебя есть шоу, а ты ж в рейтике. Да блин, не тот спек опять. Ты рофлишь, блядь. Да блин, я забываю его перекачать. У Расмуса есть, он делает. Выключили? Нету спека. Просто бьем. У Расмус говорит, у него есть. Че ты не стоишь под лицом? Если СС по духу дать, он может встать. Не станет. Так не работает. Работает. Аноба ловим к первому счету Альянса со стороны воронт. В него встаем. Сакайте все. Вот, подведи его. Себас, забери, набирай игру. Мне меньше агра. На мне бомба, я не подхожу к этому. Да, забей, это прохиливается все. Фридом. Не. Отлично, хорошо. Плохо. Чем плохо? Я ПХП поднимаю. Да никто не умер. Там одного хила не жалко. Под щит встали. Смотрим на ком череп. Аспекта нету, сейчас включу. Уже отлетел. Нормально, успеешь. Конечно успею, он еще драку поставил. Так, товарищи, убираем свои тотемы, убираете все своих петов на пассивку ставить. Он врезается. Дамаш, мы сейчас прожим. Давайте последующий нужно будет. Готов ли дом? Скажу когда. Лежа чуть подойдите, РД, чтобы раньше было от милизона. На Фридом. Фридом под джимбусом. Далеко синий джимбус. Какого черта ты там стоишь, джимбус? Ближе к боссу подходить, чтобы вам Фридом давали, ну. Давайте, что ли. Ой, бля, уже второй раз такое, джимбус у тебя. Разбежались. КП накинешь потом. Ближе ставьтесь, поможу. Смотрим, да, что получится. Поможем. Давай цель. Вставай. Ближе стартнули сейчас. Стенки просто упритесь, чтобы у вас не откинуло далеко. Это сейчас будет это самое. Дыхание. Все быстро дыхание. Блядь, шоу, короче, вайп. Иди делай спек нахуй. Пизду этого Размуса, блядь. Ладно. Так я по это команде дам все. Тебе команда, блядь, два раза. Команда вайп? Нахуй свиньи босса, блядь. Что за хуйня? Да, вайп, ребята. Там блядь, не стоит. Мы не успеем убить его. Ну давали уже макрос. У нас еще два врезания. Ну ладно. Одно врезание еще. Размус, тебе же давали то самое. Заменим на следующий раз просто и все. У меня макрос есть, я жду команду, у меня талант, значит. Вы скажите, я сразу... Так ты сам, ты сам смотри. Кастует, значит, даешь. Все. Там еще ренжи, может быть, не хватало. Он в мелизоне стоит там, ФП. Ну вот второй раз там как бы не это прожималось, потому что вдалеке был. Ну хорошо, а третий раз в чем проблема? На танке было. Я ждал команды. Какой команды? Ты смотри сам таргет так, босса хорошо, и понял, смотри, блин. Ну ты кастуй эту хуйню. Я понял, хорошо бьет. Я сделаю. Не надо, шоу водилите. Спекайся быстрее. Я уже делаю. Шкаф. Размус тоже накинь.
каска, то тот ок, который стоял в воротах, отлетел в них. Все, кто стояли в щите, секунды три бежали к боссу и не могли его ударить, потому что он упал за стенку. Когда мы говорим зайти под щиты, все заходят под щиты. Чтоб вас откинуло под щит. Это не просто так идет. ГПшка за смерть на первой фазе на кентавре. Смотрите, Себастьян, я с Мэншоу. Ребят, я как бы здесь второй как бы раз. Я пока в команде работаю, ну, надо хорошо. Я буду там делать все. Че, сейчас ничего не делаю, сейчас Шушова сделаю. Команды всему рейду отдавать это... Ну там просто видно, что они указаны, ледяное дыхание, и все, просто кидаешь фридом, типа, все. Я понял. Таргет босс, да. Так, давайте баф. Значит, что-нибудь присутствует, но... Сейчас я забафаю МП5 еще дам. Ты без кулакаски, без кулака, без МП5. Я МП5 бафы. Ух ты, у нас тролли есть в рейде? Где он? Это ты. Да? Да, тролль. Ну, неплохо. Маг тролль. Я буду рядом с ним тусить. Привет. Ну, бурсты. Что он дает? А скорость? Ну, бурса, скорость так. Чем? Буду его, это, и щиток на нем держать, когда чтобы он не умер. Так. Да, там дух дает дополнительно. Джимбус готов? Готово, Джимбус. Джимбус. Я запускаю. Добро пожаловать. Несите, пожалуйста, в центре, чтобы не было сразу лужи там. Аккуратненько, смотрите. Что там, забейте ледяную какую-то ауру? У кого вторая стоит? Сейчас. Я на кас поставил. А огненный упал. Раз он сбрит его, хули. Могу лапу дать вместо каски, если надо. Огненную ебаните, сейчас огонь дамаг. Раз мы согнули. Так, у нас маг падал, да? А, все вижу. Чуть ДПС мне не нравится. Но... Аура огня нету. Инска он дал. Я поставил огонь. Аура огня. Аура, да. Тех. Рыжу между собой возьму, снесете в одном кампе играть. Слабкую скалку. Так, на перифазе Little SS по Анаид. А небратимая SS по Монаху. Люкил. Живи. Люту по душу. Поближе встанем, вперед, там, ДК. Можете, в принципе, сейчас СС в команде накинуть. Еще можешь. ТБР, ой, БР говорил, Инар пофлипал. Бекам, по монаху Инар. Им дал. Все.
это можете поставить. Сразу ранжу возьмите между собой. 3, 2, 1. Начинаем. Нет, тихо. Геру. Геру, 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 Геру. Так, очень кучно стоите, Локи. Очень кучно стоите, возьмите меч. Клюнет, буду жопа вам. Или есть немножко ставки, честно. Вот там сейчас клевок будет. На Джимбо соплюет. Бабом скипнет. То зелененький вы чуть правее станете, вас потом разморозит. Придется спасти. Великий урон получается от чего-то. Там уже растет. Забрать. Ставьте Себаст. Себаст забери красным. Вот, встань там же вместе так же. Добиваем. РД свищните красно. Рейндж сразу возьмите, плюва полетел. Пятерых. Как прохилить? Вас санишь там потом. Сейчас прохилить. Вас вставай. Сразу тоже вставай. Нет, я не знаю. Дайте каску по присту и пушу ману. Можете еще дать лапку. Гимна ману, да. Прошмись, прошмись. Наплевал, просто зелень отдаешь, все, тебе вообще не дамажет. Это все обошел весь. В ужин не стоите, ребят. Все, лови босс. А под щитарды давайте сейчас слева. Себа, забирай сразу босса. На тебя на полевой. Все почти стали. Сейчас задыхание будет это. Тотемы, пожалуйста, потом уберите на пути у босса. И петов на пассивку там поставь. Стакаемся, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Себастопа, пробило что-то жестко. Посмотрим сейчас. Черепка, отходим за тему, сразу берите свои. Прыжимки давайте. А чё он не дамажится? Лагает, да? Не лагает, он не восприимчив просто. Пидорас, блядь. Он стоит, я хрен пойми как. Я кнопки нажать не могу у него, интересно. Ласкайся, Себас, немножко на себя посиди. Здравствуй, Седус. Фридом. Хуеть просто, блядь. Давайте немножко, может, придем в другую сторону, чтобы он не ищется, признался. Смотрим. От черепка отходим сразу. Блять, кто там бегает, ну? Необратимо бегает. Че ты к боссу побежал? Тима, ну от босса, ребята, убегаете. Не к боссу. Возможно, петку зацепил. Тихо, убили фул. Фридом. Не через центр бегите, а в бок просто. В бок бегите, и все. Нормально будет. Смотрим. По череп подходим сразу. Это тоже своих уберите оттуда. Тотем на дороге. Все, норм. Дамажится, дамажится, бьем. У нас еще есть в запасе два взрывания. Одно даже. Одно. Одно последнее. Сейчас босс выйдет с фигней, это стало. Сразу ближе подойдет. Ближе, ближе стали к нему. В стенку, чтоб не откинул. Пинроки, Фридом. Все, топим босс. Аккуратненько. Блин, сейчас попробую снести ему 20-30% урона.
Смотрим, черри подходим. Тотем и сразу свой вал собирай. Хорошо. Да блять, нахуй, ну что это? Стойте под этим щитом. Давайте не будем стоять, давайте немножко поменяем тактику. Ой, ты пишешь видос? Да. Да. Хорошо, давай скинем его. Да что толку скидывать сейчас, ну вайпнется сейчас просто. Нет, ну... Он в щите, походу, багается. Вот как в угле в том забагался. Значит, надо где не щит, а где вот... Смотрите, я будем туда ставить. Надо было, чтобы он стоял там же. Где-то здесь вот. Между... Вот где столб, да, слева-справа от столба. Но не в щите и не в дырке, в решетке. Можно под щит альянса просто каждый раз уходить. Да, под щит альянса. Там же не багалось. Да и тут не багалось никогда. Там багалось тоже. У меня было прошлый вайп. Тоже почему-то нельзя было бить его. А скинь ссылку на стрим. Давай потом. А, ты еще не зальешь, да? Сейчас это самое. Давай, сейчас на щит альянса станем и покажу, где стать можно будет там. Чтоб не откидывало далеко. Можно под любой так, другой щит. Смотрите, пример ориентировочно, в зависимости от стороны. Вот начинает печень, заканчивает квадрат. Вот. Это вот зона, где босс должен врезаться. Не под щит и не ворота. Чтобы вы здесь все находились, как говоря. Все. Это примерно говорю. И аналогично с других сторон. Я лично первый раз вижу этот баг. Я тоже, кстати, первый раз вижу. Все, давайте обновляем баффики и поехали. Неприятная штука. Бафы СС по АНАИ. Так. Какой еще в СС остались? Люкил СС по... Давай по шаману. Я не выруки, да. Да, нон-стоп. Нервы нашли твоего брата. Да, Люкил по шаману. Сейчас каску дадут, подожди, мы. Павел, бафы раздаем. Это, паладина же 4 у нас? Да, у всех все бафы должны быть. А что 3? Что 3 ауры, блядь? Я на каст ставлю. Сейчас поставлю. Разум, поставь огонь. Огонь, не гоните. О, другое дело. Так, каску дали, я помогу? Все, вижу, есть. Нету каски, помогу. Каску помогу, алло, кто каски бафы? Сейчас ГБ дам. Шоу, кто каски бафает? Я бафу, но его нет. Возьми его таргет и дай ему каску. Я запустил. Вот метку печеньку поставил, дай ему каски. Спасибо. Ты без полипаура, бля, бафу. Я поставил полипаур. Я тоже всю жизнь, блядь, без него играл, нахуй. Тут в экзальте ты вступаю, блядь, ставь поле повер, нахуй, или кик сгиб, блядь. По факту. Надо он изи, чё, поставить. Ты по поле пару не можешь, не можешь бафнуть. Мага не было в этом поле пора. Да там бывает, багается, пока обновится эта хуйня. Начало боя, готовимся. Так, все поняли, чтоб не было багов потом. Может потом админ исправить его. Аккуратненько в лужу не стойте, куча не стоим. Сейчас лужу будет очень много раскидывать. Прям в кружок его заведи. О, почему у тебя блюба ставим как мапа такая сдохняет? Как это вообще возможно? Это же не его перс. Ну что? Это все сила бульба. Опыт не пропьет. Автомат вообще кривает? Ну, кончилось. Да? Да не, вроде не лагает. Рочка. Не, пока не лагерь возьмем еще. Да подлагивай чуть-чуть. Забираем. Чуть-чуть. Блять, вот неужели ему, сука, непонятно, что? Ну нехуй играть так, блять.
Но они, видимо, 40 на 40. Да какой там 40 на 40? Сейчас чекну гильд и посмотрю, сколько там людей. Там нихуя на 40 на 40. Не, блядь, БГ разрешили ехать. Череп сыграли. Черепок, ребята. Череп под боссом. Саша, на тебе стоит. О, блин, сейчас я подойду. Даю гильд на ноги. Давай. Фикс. Сорян. Ну, блин. 5, 4, все, забирайся, Костя. 2. Один. Все, раньше возьмите кастер на душу. Очень кучно стоит. Или пачка заморожена. Подлог сорвал. Вот, у меня еще 4 секунды на полка, да. Сейчас бывает за там просто. Плевок в мили в зону все. Отдай ты 4, Себастьян. Сразу беги в мили зону, размораживай потом. После этого. После дыхания. Все, беги. Всю мили, всю мили зону разморозь. Иди к нам. Все, он то еще разморозит. Где ты там? Все, вижу. Все, ловите мобов, все, двоит, забери этого стоячего. Сам пешечка. А где второй? Вот второй тут же. Пешечка. Так, с подрожью у меня нет ФД. О, хорошо. Давайте. Так, немножко рассосаться надо, кастер рассосаться, потому что еще... Мелизон, аккуратно, Мелизон. Декашки зелени отдайте. А сейчас разрез на нас 2 человека упало. Чики, даже БР по шове. Прямо сейчас давай. Только шову не ставай, пока дебаф висит. Невер по смотологу. Раздали БР. Взяли раньше, сейчас опять будет пилот. А, нет, не будет. БР раздать быстро. Смотолог вставай. Повару фул ребаф дали. Расмус, по себе каску. И каску повару. Повару. Все дал. А повару не дал? Повару каску. Каску дал. Все. Сколько песенка добиваем? Милики лучше, наверное, нет? Сейчас будет. Все, вроде. Ушел. Блять, будильник на. Разум не уже не топчитесь. Так, босса. Да ты в лицо лезешь, ну. Услышал. Блять. Забирай, босса, забирай. Под итальянцы уходим, РД добивайте. Не топим, не топим, ребята. Аккуратно. ДК, забери босса, все, можете втапливаться. Пало с титом проблемы, так это не ДК. Лихо приеду. Фридом. Так, мы все быстренько в печеньку, между печенькой и этим. Быстрее. От щита отойдите. Дай бог, что в щит режется нормально. Не должен вроде бы. Входим. Все, норм. Топим. Пружинки дали. Ближе подошли. Ближе. Фридом. Стакнулись. От щита отошли. Ребята, ну ёб мою, прошу же, отходим от щита. Уходим от черепка. Пиздец. Можем. Угу. Нормально все? Все, ты можешь. Ближе стакнулись, кастер подалеко стоит. Фридом. Далеко. Сейчас. Сейв дайте. Ладно, хорошо, переживу. Минус, ничего страшного. Сразу к стеночке просто сами подходите, когда он отпрыгивает, чтобы вас не кидало непонятно куда. А череп подходим сразу. У нас еще есть 2 врезания в запасе.
Пиздец. Сука, шоу. Он врезался и... А, ладно, врезался. Можно попробовать. Чё, у нас летающий? Ближе стакнуться. Ближе, 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 ближе. Не, у нас еще одно врезание, мы его убиваем, по идее. Убьем, нормально. Если врежется сейчас, то убьем. Там попробуем. Он отпрыгивает к стеночке, сами пару шагов сделайте просто. Входим. Добивайся. На берсу попробуем массакру плюс 104 и еще массакру хапала. Бустики дадись. Сейчас страшный опыт, да. Должна убить сейчас вообще. Себастьян выйдет со стана. 3% останется. Давай, 104. Я массаку даю. Тоже дал. Давайте жмите, 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 давайте. Фридом. Сейчас врежется. Ну что ты, блядь, за хуйня, нахуй? Гудлик, блядь. Скажи, пожалуйста. Ну что за хуйня, скажи мне. Гудлик, при чем тут гудлик? Да потому что в него въебалось, блядь. Босс. В тебя въебалось, блядь. Размус, ты чё нахуй в луже дохнешь, скажи мне, пожалуйста. А? Ты тактики, блядь, не знаешь или что? Он не в луже, он упал. Подожди, не, не в луже, сорян, под дыхание попал. Ну, да. Какого хера ты, блядь, тусуешься под дыханием? А в луже он... Да пипец, блядь. В луже, от агро, от переагро. А, Люкило там, да, переагро. Ну, претензий нет. Локу переагривал, типа, ну, раскол есть. Да какой раскол? Там он просто босс вышел, его не надо бить, дрочить сразу, блядь. Посмотрите его, он, блядь. Был бы АДКшником, могли бы грустить. Хоть приплоты бить, блядь, похуй. Ой, лагает что-то. Сложный контент, наверное, освоение. Действительно. Ага. Чекните локацию Дуратара, посмотрите, сколько там людей. 40 на 40. Ну, странно, у меня не особо. Давайте писать в форум, что. Пидоры, они же договорились. 40 раз все тут. А что, Огрима? Ну, полсекунды это задержка. Там убили Анфу. Петухи, сука, договорились же, БГ себе премейды, блять, и они все равно хуярят сервер, петухи. Петухи. Ну как по-другому? Да я так все время говорю. Дазер. Один свой ПВП шмот, ебут друг друга в жопу. У нас у Донта випка, у Бро випка, вот он чё випка у нас, у нас. 9 секунд. Готовимся, ребят. 5, 4, 3, 2, 1. В принципе, подсчет вроде не богатый, нормально, то есть, в эту сторону я показал. Бомба уходит. Что сложно еще пару шагов сделать, потому что очень вероятность того, что есть. Блядь, ребят, ну что за хуйня? Так, по БРам, значит. 3 минуты. Я вижу. Чика даже под карту полит. Надо пытаться там снобольдов залить, чтобы был рез, чтобы бой скинулся. А это самое. Чики по литу, Невер по рухил. Дети БР под карту. ДПС хватает нас. Ну, у тебя лит лукил, у тебя 6, сука, 5 стаков было, ты, ну, просто... У него несколько лучше подряд, пожалуйста. Ну это понятно.
Надо отойти и не стоять вместе. Надо вот пройти еще пару шагов. Мало ли еще к ним с оружием. Забираю. Видишь, на тебе 5 стаков, просто бегай. Да не то, что бегать, просто... лишних пару метров пробежать и... Бейте сноубольдов сначала, иначе будет... Сноубольдов, ребята. Сноубольдов бьем. Нейр висит. С интернетом, блядь, кончено. Раскидывайте. Так, пробуйте резнуть людей. Отлично, резается вроде бы. Резайте, кто может резаться, у них боёт. Литл вижу резать, а Лисил. Да, Люкила нету. Литл сам вижу резать. Я Лисил резаю. Давай. Локом каску баф. Геру газ. Инергин и так далее. Рейндж взять. Так, нормально, там как я все поставил. Так, ребят, когда появляется огненный, он будет стоять на месте. Старайтесь держать, держать, потому что кинет, плюнет, блядь, это жопа будет. Попадают люди. Рейндж 8, по-моему. Рейндж 10. Пельки в ужас. Вон он, нашли глазами. Возле печеньки. Сервак лагает. Это секунда полторы, примерно. Убивайте эту бомбу. Кастер, не стойте в одном кемпе, вы стоите в одном кемпе. Прососались. Метров 10 должно быть. Ужас. Уже пробивать аккуратно, только не, не кучно, не кучно, а сейчас пилок будет готовиться. Я дам мастерку. Дал. Отлично. Ну, он меняет, блин. Совсем там прохерывай. Всегда так сопрохерывай. Так, пойдем, наверное, подсчитать альянсы, как всегда. Там сейчас уже пропадет. Так. Что, не кайте пока, не надо. Сейчас там уже появится, когда подкатит. Что-то подороже только уйдите. Так, лаги вроде бы закончили. Гульба. Уже. Гудлик умрёт же. Я Гудлик повезло, чтоб у тебя шок не было в ПДР. Значит, альянсы перебежали. Переходим. Набирай. Ой, один на пулю возьми. Всё, к стеночке его, к стеночке. Вот. Просто быстренько сразу вот. Отвёл. Ребята, все вот, стояли вот. Дамажились. Вот тут вот столб, я прям возле него стою, даже не отлетает персонаж, когда он откидывает с центра. Прям самая охренная точка, и отбегать удобно. В любой точке, если в упор станешь к стенке, тебя не откинет. Ну да. Я каждый раз просто подхожу в упор к стенке, и все, и стою, меня станет, и все. Входим от черепа. Сразу. Только за столбом вас хилить нельзя, так ничего. Нормально. После как выйдет со стана, дадите сразу ближе подойдете, чтобы фильм дали вам. Подошли поближе. Фридом. Могу его стрелять. А это просто лагает. Да нет, это просто лаги. Опять лагается. Готовьтесь, ребята. Смотрим сейчас на массе. А черепа сразу уходите. Пизда, Невер, блядь, врезался. Там Невер остался. Ты на одной раз,
А на кого врезался там? Просто думаю, ты лагаешь, как на тебе все. Ну не знаю. Ну там сова вроде стояла. Ближе, ближе, подойдите. Топим. У нас еще два врезания есть, ребята, попасть. Не затупите. Петов своих тоже, блин, убирайте за собой, ребят. Смотрим на ком череп. Ну, вырлагаем. Ну. Да, блядь. Что было? Да... Там вообще никого не было. Ну, посмотри, вот там Невер, как он двигается, блядь. Ну, у него врезается, блядь. Где-то ты ему видел. Блядь. Не, там прям совсем никого не было. Ай, блядь, ладно. Ну, у нас еще одно врезание будет. И на последнем. Ну, блин, мы третье не можем же засвакать уж. Поближе подошли. Давайте все. Ладно, ну, что вы там под щитом делаете? О, ну, сейчас Невер, смотри, сейчас Невер вылетит, блядь. Ну, видишь, стоит. Нормально. Пошел, да, он повезло, блядь. Ебошу. Давайте жмите бурсты и поты, если у кого откатились. Шел дамаг, шел. Че, ты 4 сокру, давай. Да, сократ это 4. Ну, все. Разъебали, пишка. Блять, домой дам. Дам тебе ассиста. На раз это самое спизды. В смысле, утера? Да, утера то есть. Да. Болтает еще не вверх. Мах, молодец. Первое место по ТПСу. К мак, красавчик. Нравится мне этот мак. Не то, что остальные разные ШПшки тут и Локи. Шманизмы. Ты прикинь, я всем пишу и говорю, давайте плавки пропишу. Щит никому не нужен, да? Я возьму на оф щит. Я не знаю, нужен стоматологу или нет, но я вам сказал, пушкой ролить. А кремень на... это... а, это пояс. Ну, давай. Ни у кого приора нету на пояс, поэтому по ролу просто 97 в рочку. Тут в этом рейде почти ни у кого приора нету. А, Литл. А, Литл. Слушай, ну... Не, Донт, не надо. Я случайно. Ты бы еще дольше бы ролил бы его, ну... Не, мне не надо, в рочке. Ну, маг хотя бы выдал больше зоркого, и то радует. Бля, ну... Донт, я поролил. Я возьму щит на это Расмуса, на Олске. Я видел. Это уступить плащик, наверное, лучше хули приступ, потому что, ну, нафиг не нужно. ШПшки ваш там с острова вроде. Ну, в принципе, пофиг там. Ну, духовые на ШП. Ты приставка такого заберет, у него приор выше. Не, ну приставка не туда. Тут не приор, тут рол просто. У кого нету приора до 5000 у ЕП, тут рол. А с чем джаз бегает? Ну, у меня тоже не совершенствует дух. Там да. Вообще парашка. Пусть играет, да. Ну, в принципе, тут с острова какой там? 245-й, да? Да с острова говно, блядь. Ну, говно плащ там вообще с острова. Затычка просто и все. Бисовый. Свой кадр спать. Окей, ну, блин, дождался хорошего момента. Кто-то там что-то уступает, просто говорите, я ИП-шку перекину, КП, запустил. Все, ребята, сейчас рассасываемся, значит, вот это самое, Себаст, вот Вулкан, даешь Т4 свое. Я даю, вот ты свою массакру, вот ты звучишь, когда массакру здесь закончится, я даю свою сразу массакру. Так. Шоу в хила, спекнулся? Ой. Хочешь? Давай. Есть что выпить? Чтобы отрегениться? Я думаю, кухнуть. Шаманизм спроси. Сегодня уже другое отличается. В рейде, не шаманизм. Да я один раз его наслайкал, но начинается. Что, подпивасник у нас есть?
Я, короче, потом в гильдии звание сделал попивасник. Мне какое звание? А ребаф можно, блядь? То нихуя ни каски, ни инты, ничего нету. Да ты, если ты... Я давал что, по-моему, сейчас я посмотрю. Щиток есть на тебе. Разбафните луков, пожалуйста. 300 я дал. СС, давай, короче, по лукил по монаху, литл по шаману хилу, это валс. Говорил на наид кидать. Ну, кидай тогда на наид. Так, на этом... Готовьте себя там. Держим рейндж, убивайся. Один. А потом... Может, как корректировочку сделаю по поводу такого. Слабенько, короче. Все, сейчас отправится, будем нормально. Так и помогайте, сейчас я там могу забирать. Да, у нас 2 шопешки и лем. Потом ДПС не проблема. Ворота сыграли. Бустики взяли. А чё это никак? Как куда не пошли, блять? Я хуй знаю, это не... Размус, беги, блядь! Сука, нахуй! Чё ты делаешь, блядь? Выведи служу, Себаст, выведи его. Короче... Это самое. Каким роки я захил? Мобов, поиграйся пока. Ой, Размус ушел. У меня ж нет, ты чё? Выйди, сука, с Мелизона, блядь! Нахуй, ты пиздец, блядь. Чики, дай БР по кельме. Вулкан сыграли, Геру дали, Вулкан сыграли. Ты чё пиздали? Я скажу. Мелизона отходите от кастующих. Кончилось, давай. Дал. 2 секунды что? Будет ещё. Да. Айсбаун закончился. Массакр еще есть. Элементаля играем. Раз ты каску сам себе сбивай. А кто в босса играет? Играйте в мобов. Петухи какие-то. Это трэш. Чики вышел. Блять, ну куда ты в центре разваливаешь? Слушай, еще один, блядь. Ёб вашу мать, вы что творите нахуй, ребята, ну? Ой, блядь. Выйди к воротам, не мог к воротам. Я старая лужа. Пиздец. Он там и так был разлит, человек. Ну вот сейчас это было уже, пропало бы уже. И можно ворота, Саша. Все, разлил, не важно. Все увидели, все туда не наступают. Ахимализону? Саки. Быстрее, баб. 10 секунд, вулкан, быстрее, баб. Девочек доиграли? Вторую бабу добили? Пожимки, поверни, чтобы не в яд. Поверни босса по кругу. Блять, ладно. Сыграли вулкан, ребята. Т4 сдали. Кончилось, 4 секунды. Все, все мобов сыграли. Просто залейте мобов. Не трогайте босса. Босса мелишников херачат босса. Да там он... Там он уешил. Он уешил как бит. Все, нормально. Весь босс сейчас.
это, готовимся сейчас. Что, портал сейчас появится? Портал, отлично. Все, девочек будем игнорить. Бейте чистый босс после портала на залезе. Инроки следы. Кусок. Заливайте босс. Ой, блин. Шопнуло просто, там шоп. Каст. Да, такое бывает, что стаком сразу стак и... Совпадает по таймеру. Сыпуху это не прохиливается, это немножко всяк. Тема ничего. А ты там надо отдал ГП за это. Кому? Ваша проблема. Это ладно, не... Ваша. Вы тогда... Ладно, потом. Наливайте быстрее босса. Ботинки на танках хорошо упали. Так, Размус, в чем проблема? Скажи, пожалуйста. Ты метки не видишь, и тебе добро не нужно. У меня был череп, он череп же отхиливается, я не стал выбегать. Это, блин. Есть две метки. Череп на тебя не висел. Тебе висел кейс. Висел череп, нет. Нет, череп, когда ты начал ругаться, висел череп. Я не выбегал. Отхиливается не череп, отхиливается крест. У тебя висел череп. Череп надо выносить. Ты перепутал. Нет, крест надо выносить. Надо череп крест отхиливается. Выносить. Ну хорошо, но у тебя же ДБМ выносит, что у тебя там лужа скверно. Выбегает, значит, это скверно. Нет, первый раз я проебался, да, базару нет. А второй раз был череп, я не стал выносить. Ты начал орать, я начал нервничать и ушел. Не, ну, вот с черепом, да, я немного проебался. Череп я как бы оставил, он отхиливает. Оф, спек. Оф, спека. КПшка все равно полностью. Что там у вас по рову? У обоих нету. Кельма. Кельма, уступи, брат. Вот тебе первый раз видит, как у тебя брат. Он даже ответить не решил. А че ролили? Я что-то проебал ролл. Танковские штаны. А, нет, это не надо, ладно, я просто так. Кельма, приём. Ебать, нихуя вы раскидываете. Это танковские, да? Да, танк, если что, Кельма, там, дай, чё, пожалуйста. Чё, уступишь, братан? О, видишь, он ошибся, блядь, Дон, нихуя ты раскидываешь. Дон, дай, пожалуйста, по спеку шмотки. Слышишь? А чё он ролит-то? Он ошибся, Дон? Он ошибся. Кельма это пух, во-первых. Во-вторых, он ДД. Он мне передал, он мне кидает. Так, а что там, штаны ролил? Сейчас я кину на штаны. На тебе штаны сразу. Там, штаны. Там никто их не ролил. Так, короче, печенька панка, брат. Что у нас там еще? У нас кусики. Так, товарищи кастеры, вот и метки обозначил. Самые опасные мобы. Так, идем дальше. А, еще и луна. Там у нас ветрик. Так, где у нас маг находится? По левую, по правую руку. По левую руку вижу. Блин, я по правой. Надо как-нибудь мага отсюда сдернуть, блин. Хотелось бы мага. Будем бить лока, наверное. А, то лока вытаскиваем, да и все. Это очень хорошо. Да, 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 да. Лока вытаскиваем, потом, соответственно, следующая цель у нас будет маг. Потом будет ружка. Так, значит. Поехали по контролям. Если в случае чего вся мелизона срывается на рейд. Запоминайте, кто что контролит свои метки. Так, давай, короче, шаманизм. Значит, лягушка с тебя на трусы. Вот. И тотем. Как там называется? Там заземление или как там? Тотем оков земли. Да, оков земли кидаешь тоже возле трусов. Когда. Так, тебе помогает с контролом, давай лукил. Лукил трусы, если что, просто его фиряешь, и все. Так, Джимбус, ты отвечаешь за... Давай, за деревца. Банфир, банфир. То есть в центр не выходишь к вам, ты ждешь, пока он санкции подойдет. Сама не беги в центр. Начинается агрессивная зона.
Так, необратимая. А, давай ты будешь. Так, контролить. А, так, сейчас, секундочку. Вставлю. Черепок. Вот, черепок. Вот, ты его просто филяешь. А Невер, ты будешь ему кидать вихрь. Чтобы черепок вообще не дамажил нас. Самое главное. Еще раз, значит, Невермун сначала дает свои ветерки, а потом у нас необратимо его филяет три раза. И так по очереди сделается. Следите внимательно, чтобы черепок не бил нас. Так, Литл, ты мне ответственный будешь за квадратик. Его филяешь. Так, кто еще у нас? И Мралекс, ты его пошипаешь, квадратик, если что. Фиршип, фиршип. Чики, ты у меня ответственный будешь за печеньку. Ветерки... И корни. Ветерки, корни. Невермон, если что, там тоже можешь покорневать еще луну. Луна не больно бьет, только под крыльями. Поэтому не по луне только даешь свои эти самые корни, если что. Так, дальше, дальше, дальше. Что у нас еще? Так, рога сядешь на мага, если что, позбиваешь ему косты. Вот, станут там и так далее. Так, по гриппам. Так, вот. Идешь соло, я тебя хилю с месишовой. Идешь по правую сторону. Щит Галим одел? Да. Все. Шоу, мы с тобой его будем хилить. Первый грипп дает у нас Себаст, второй Синовола. Синовола вред его тянешь. Весь рейд стакается у нас примерно вот где-нибудь тут. Че по СС-ам надо хупалов? На двух друидов, да? Так, у меня СС висит 4 минуты. У кого еще СС есть плюс чат? СС, СС, кого? Локи. А у меня висит. Так, бафы еще забыл тебе назначить. Ты еще будешь, кстати, Локи, вызывать всех своих питомцев, собак именно, чтобы спалили. И бафы еще, ты будешь у меня контролить локовского пета. Чем там, ну, банишь его просто и все. Локовского пета, ну, вражеского, соответственно, чтобы он косты не резал. Так. Так, с Джимбо ССС по Айнаид. На мне уже есть. А, есть. Значит, Джимбо на этого давай на Валца. Шмал, есть на тебе СС? Нет, нет. На Валца кидаешь. Необратимый СС по Дрищу. Все, становится. Дрищ ты на Мазди спойли, соответственно. Все, давайте отчу на пол. Первый сначала пуляет у нас Войт. Войт ставишь могу примерно вот сюда. Сейчас меточку покажу. Где-то там к решетке, да? Ну, ближе, да, где-то решетка, так, либо вот, вот как вот поймаешь, так и будет. Это вы все. Протауру, да, мы два хапала на тебе будет. Протауру вырубайся. Я подрублю. Это самая просьба, там, если вы будете по себе бабл давать, киньте каплю по мне, если дотянетесь там. Ну, все нормально будет, переживай. Короче, на пол. Так, дополнительно к этому всему бафающий. Красноязычие, держи на маге. На шамане и на престе. Так, если что, метки это крест, а приз без метки. Ну, поставлю мы его звездочку, давай. И на Локи, может, еще тоже. Да, Локи мы сейчас пойдем просто сразу. Все готовы, под ДБМ по... Дон, давай, включи ДБМ. Пуляет Войт, одновременно с ним идет Себаст и гриппает. Ну, Себаст, готовься. Потом... Себас, встань на расстояние гриппа, чтобы ты мог гриппнуть ромбик нам. Ромбик тянешь. Давайте быстрее со своими достаться. Синолаз с него забираешь, то же самое. В рейд грипп. Рейд кучней, давайте встанем к стеночке за печеньку. Фласки перепивайте. Да, фласки перепиваем. Все, пуляем. Че, безотчетно? Давай, давай, иди пуляй. Сейчас Себастьян тянет. Сразу как сначала пусть стакнутся к танку. Все, вытягивай. Трусы в рейд пошли, трусы контролем. Геро, дамаг. 50-50 отдал. Так, на нас пошли. Маздина в рейде. Лицом не танкуем рогу. Бабл шоу. Ужу поставил, просто вокруг уже бегайте от него. Шоу, бабл. Уже. Сука, на меня смотрит. Крестик. Лагает, мразь. Геро, Мазди спал, дайте паст. Сану. Вой, держись там. Грипп есть? Если грипп есть, то черепочек в рейд. Нахер шотл. Блять, хит.
Да нет он. Расконтролили людей, расконтролили людей. Контролим, контролим, контролим. Все к нам пошли. По магу нужен будет контроль. Маст диспел по ним по всем дайте. Мелезон, пойдем через ужин. Да, Бэр шоу. Шоу, рисы. Невер монаха. Чика шоу. ДКшки оцените, пожалуйста. Квадрат и печеньку трейда. Кенрик, я вижу. Все, оставайся на маге. Давай пойдем, говно трай. Почему маг не в контроле был? Кто его должен быть в контроле? Тебя назначало людей. Какого черта? Потому что он в рейде не был. Он в центре. Вот его Бельфут. Они пошли на тебя, все. Да, они пошли на вас, Бьорн. Они на вас шовы пошли, а они-то там стоят через всю комнату, считай. Блять, вот где они стояли. Вот примерно местоположение их было. Их тут. Можно было бы Невермуну подойти, как вот он друид назначал, ветерок покидать, крестик уже. Это надо ему сразу с вами стоять, типа, на этот случай. Кенроки должен был на мага сесть с вами. Так я сижу, да. Ну, когда уже всех нас расстрелял, он, да. Нет, сразу, как он в рейд прибежал, так я сел. Конечно. Слаш, если он подойдет к тебе... Меня убьет там сразу, только одна метка, его сразу же убьют, конечно же. На меня они сразу сели, я бабл пожал и пошел в рейд. Вот. И, соответственно, его подвел к вам поближе, чтобы вы могли его контрить. Мы ложимся? Да, просто распылились как-то. Не, Разум, дерись до конца там. Разум, до конца, любой ценой. Надо как-то попробовать, если я с одной стороны, чтобы другая часть, там, мы бы 3-4 шли на ДКшников, которые тянут их. Там вот эти РДДшники ебаные. У меня почему-то так не получается, когда я иду гриппать, вот так кажется, там маг шотнет или лок шотнет, а я не знаю, я ничего не делаю. Я на своем ДКшке могу одеть 50 тысяч брони, а все равно весь рейд на меня пойдет. Вот. Я не знаю. Может хантом получится тоже, блядь. А то как-то, блядь. Да, я бы тоже на био отошел. Давайте переходим, может, быстренько. Я вылетел. Схожу. Че, био отходим, ты что? Я уже отошел. Ну там БР есть еще по 7 минут. Ладно, тоже так делать. Не, ну БР ждать смысла нет. Так, я вызываю мобов, сейчас посмотрю, как там будет. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Орда требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Так, кто у нас там слова? Луна. Так. О, маг хорошо стоит, вообще замечательно. Вот его и будем бить первого. Это будет крест. Так. Игрушка у нас. Обик у нас. Так. Трусики сюда.
Так, по меточкам, значит, кто у нас Луну должен был контролить? Там Ретрик был, должен был быть, потому что должен был контролить, напомните. В принципе, он не больно пробивает. Так, пройдемся по меткам. Кто должен был контролить трусы? Плюс Ричард. Так, Шаманин Нукил, да. Квадратик, кто должен был контролить? Так, Литл, и вот еще там назначал бы еще, да, и Мак. Так, печеньку у нас кто контролит? Должен быть один друид, по-моему. Корни эти самые. Черепок кто контролит? Так, Невер и еще Каталог назначал, все есть. Так. Еще раз, печенька. Кто контролится печеньку? Шаманизм, ты, не? Я трусы. Все понял. Чики, ты тут? Он отошел, видимо. Чем он присутствует? Я смотрю, у меня вот, блядь, полрида без масла, без фласок, блядь. Да, Джуст? Так оно только спало. А, все спало? Все, тогда окей. Вот только спало. Хорошо. Бутылка фласки. Да. Чики тут? Я вроде бы перекур не объявлял, наверное. Вроде Дон сказал перекур, нет? Дон сказал, что в био пойдет. Mm. А перекур я хотел сказать. Био там одна-две минуты, перекур 5. Все, чики тут. Стоматолог тут. Рокси. Я здесь? Все. Ой, в смысле я здесь. Так. Короче, Себаст, начинаем грибать крест, Геру даем сразу, забиваем крестик, потом ромбик. Так, черепок, возможно, будет у нас здесь. Кто череп там контролит? Невер, да? Смотри, Невер, если что, подкрадывайся к нам, если черепок будет на хулипале. Я попробую подкатить его к тебе, ты его сразу контролишь, что? Что вот ты нон-стопом хилишь, но бойду. Там, в принципе, 3 милика, 2 милика будут тебя бить, так что не больно тебя будет. Десятки, 3 милика шотают, блядь. Здесь тоже шотнут. Под двумя хилами. Не шотнут, я за 4 держал на варе. Ну, что ты мне рассказываешь? Че на пол? Да кто вар? Вары топы, блядь. И паладин тоже нормально. Хороший. Все, вроде как готов. Вары топ. Ну че, думал, когда выйдет другой контент, пожалеете, что варов не брали в гильдии. В Т5, да. Все, все готовы. Ну, дай отчет, пожалуйста. Давайте. Через пару лет никого, блядь, не останется. Типа прожимы кончатся, я вам скажу, а там хотите... 2 секунды, 1 секунда. Время. Нормально. Все пошли в рейд, квадрат в рейд. Войт. Квадрат русы в рейд пошли. Это бесполезно. Череп бьет аккуратно. Маз здесь под этим. Касты сбивайте. Все контролы. Бьют. Все по контролям. Нет. Все по контролям. Все по контролям. Диспел. Жестко. Еще похилил. Куда это 4 тебя? Уоку касты сбивайте. Контроль, в каток завели их и просто катится. Кироки, сядь на руку быстрее. Кироки на руку. Плохо сядь. Войд, дай. А, у тебя нету. Саш, трусы, дай нам сейф. Трусы по рейду бегают. Чики, дай бар по бафу еще быстро. Да нету, еще пару секунд. Играйте. Че так долго? Че, мага еще не. До сих пор. Каст.
Это каток, Том, дай каток, накинь каток. Печеньки, квадратик, это софт. В ромбик, играем. В ромбу, потом в крест будет, в черепах будет играть после ромбика. Все, лицом не торгуйте, просто видите, что на вас милик пошли. Отходите. Что, массакра есть? Да. Давай массакру. Бэр есть? Да, есть. Джимбы сори с ним. Бафы еще. Ну лучше бафы еще. Бафы еще врезай. Север дашь бэр по джимбы. Нет, панаида, блядь. Ну. Че сейчас трудится, думал поднять ромбик. СС есть на тебя, Нейт? Посмотрим. Спадет, я скажу. Да, есть, все нормально. Стой. Пожалуйста, отпускайся, мобов. Слышал. Пар эфира отдайте свои массовые. Тусы по рейду бегают. Дайте киньте туса. Блять, череп ебушу по рейду. Дайте по черепу контрол какой-нибудь. Не знаю, эфир дайте по черепу. Ну, сейчас убьет. Череп следующий бьем. Давайте. Убили рунник? Все, давайте в черепок следующий. В черепочек играем. Рога, сядь на стол, позбивай косты. Косноязычие по хилам раскидайте. Блять, они меня фокус. Катя, фокус заводи, Катя. Катя, они меня грипают. Т4, Себастьян. О, да-да. Да, главное разобрать череп, там, как бы трусы и все, там будет легче идти. Там череп, треугольник, да, и прошли. Стан. Стан, давайте когда кустует. Шаманизм, возьми фокус паладина и спивай ему косты. Не кидай ману. Это на ману тоже тыкнется. Че кидай инер похуй. Сейчас должен быть, по идее. Нету сейчас уже. Все, треугольник нашли глазами. Треугольник сыграли. СС. Ой, СС, они меня второй раз уже убили. Можете трое кто-нибудь скинуть, думаю. Нет. Можешь пока за кофейку вот эти. Меня обычно ружка вырезает. А нас обычно маг вайпает. Массакру, да. Так, Рокки, ты на тусах сидишь, да? Ой, на ромби? На печеньке? Я на сове. А, все хорошо. Там уже сопротивление все. Да, блядь, сейчас массаку дам. Я скатилась. Себас, есть ты четыре? Беги, необратимо, беги. Себас ДД. Я четыре, блядь. Угу, хорошо. Вот, массака открыта. Нет, когда еще? Полторы. Кинь. Меня откатилось. Давай массаку. Луну играем. Ну, червак лагает. Есть такое. Блять, неужели мы в этих лагах, блять, интересно играть, я не понимаю просто. На циркуле же нормально работает. А им в смысле какая разница? Я играл на циркуле в ПВП. Играл тут, блядь, две больше разницы. Да им какая разница, они одну кнопку нажали, а уешь, и все, дальше без их участия все происходит. Либо умирают, либо не умирают. Обратимо, смотри, аккуратно у тебя там ДК смотрит. Подрался, как отойди от него. Сейчас грипнет, если что.
Чё кастом гикаете, Сэлли? А ты на что? Да у меня же фури у фури, да, Руслан? Ну он гикает касты. Там врага не будет. Так, убери ту сову, давайте по этим самым. Да. По квадрату заехали. Квадратик более опасный. И вы видите? Давайте квадратик. Что разницы-то нету? Есть разница. Вар, ну, просто бегает без мозга, а такая блипнута и зеленка может дать. Вара проще. Вара проще кайтись, чем ДКшки. ДК грипнуть может и шотнуть. Какого кинга? Вот так вот, поэтому ненавижу ебаных ДК. Они тоже без мозга, только у них такого есть. И притяжка, да? Ну видишь, у этого мана есть даже. Соки, ты на инту ходит, да? Так, трактор фулстан. У нас есть пол. Фулстан по трактору. Да не фул, бля, кидни не удал. Фул, бля. Ты кинроки кнопом сидишь. Я на шумане, за шумана веду. Он за мной. На минут 5 срочно. Кто спал один? Кто спал один на фьюз за вот эту печать оглушения справедливости, которая? Она тут охуенно косты сбивает, на 3 секунды стану охуенно. А у них тринки, да, есть, походу? Нет. Да. Не ставим диспелить себя. Диспелит? Не, это кидны, они диспелит себя, шумал снова. Точно магия. Блять, ну твинками мы быстрее проходили, на самом деле. Ты что, и ДПС у нас, кажется, не вайпались. Мало. Не, ДПС здесь больше. Но тогда мы не вайпались просто. У нас, блядь, 4 вайпа уже. Фул стан был. Зыбал фрять, петух. Вот этот кайф. Ну чё, давай каифу разберём. Короче, трактор, фулстан. О, сука. Ты какой фул там, ты 17-й раз даёшь его, блядь, ты уже. Дифлишнл прилетел, потом ШФ прилетел, потом твой фулстан прилетает, блядь. Ты по-любому там, блядь, удар по почкам дал. Нет, так я до ворот не давал, и держу 5 кубок коинта, сначала прилетел дифри с него, потом ШФ прилетел, блядь. Думаю, сейчас надо кидней дать. Эй, блядь, хорош контроль испытывал каифу. Кого? А, все, зарян. Я думал, кайфу бьете. Че ты кричишь так, нахуй? Стоматолог, ты че, блядь? Да бьешь контроль, заебай. Смотри, я сало кинул, а потом только фир по мне кинулся. Получается, успел. Сейчас смотри на трактора, я ему стан, да. Сейчас смотри. Фу? Нет, 3 секунды. Ой, видел? Да, красава. Это вот эта печать справедливости. Сейчас, короче, по кайфе смотри. Просто фул стан. Минутку получает. Нихуя он фиряет. 15 тел, что ли? Мне бы на БГ такой эфир, блядь. Мне кажется, количество не зависит. Может и больше, да? Да. Хэм, их просто унижаем, да? Да, шибя. За скриптонных чуваков победили, блядь. Со второго раза, блядь. Да, блядь.
невольно заставляет задуматься о смысле жизни. Ты думаешь, что ты тоже заскриптован? Да. Ты программа, и ты тоже программа, блядь. Че, кому Матрица 4 вкатила? Дрянь. Вообще, я не смотрел, потому что все сказали, что давно, и не хочу расстраиваться. Не, не смотри, это да, ваша помощь. Уж не смотри.